Здравствуйте, мои дорогие. Готовлю себе обед и слушаю заодно Анастасию Казачок. Рассказывает об очень интересных вещах. Я не буду говорить о чем. Если вы захотите, вы ее послушайте. Я сейчас, конечно, звук я выключу, потому что, чтобы она меня не перебивала. Что я делаю, девочки? Делаю все на скорую руку, потому что пришла, пока видео сняла, пока я его загрузила, хочу кушать, ничего приготовленного, ничего нет. Можно было достать пельмени, но я как-то про них забыла совершенно. Ну, вот у меня там и фарш есть, и кура есть, но я по-быстрому. Вот такой вот у меня теперь в последнее время быстрый обед. У меня еще сваренные есть макарошки. Я их положила на сковородку. Поставила вариться сардельку. Они у меня заморожены, шпикачку. В этом самом нарвала лука. Сейчас я вам лучше вот так вот сделаю. Нарвала лука. Уже начинает идти в стрелки. Вроде бы и тепло было, и холода не было, чтобы на стрелке появились. Я не один год я не ела столько лука, как в этом году, девочки. Я посадила синий лук. Обычно я сажала либо на перо такой, ну, лученые такие, покупала небольшие, на перо посажала, потом выбрасываешь их, и все, как съешь зеленый. В этом году я решила посадить мелкий, с которого потом получаются еще и лученки. И купила синий лук. Никогда его не сажала. Обычно я сажала Штутгарт, по-моему, называется. Вот. А тут я взяла такой и взяла тот и другой, короче. И этот лук, я тут его как-то первый раз нарвала. Ем, не понимаю, что я ем. Он такой сладкий, он такой вкусный, что я вот столько вот... В прошлый раз тоже нарезала, со сметаной сделала и съела его весь съела. И теперь каждый день я иду и рву лук. Вот. Что-то раньше я слышала, что нельзя вроде бы обрывать вот этот вот лук, который на это самое, на головке. Кто что говорит? Кто говорит, надо обрывать? Кто говорит, не надо обрывать? Но дело в том, что я хочу этого лука. Вот хочу, и все. Сегодня хотела купить новую дощечку. Посмотрела. Потом думаю, я сначала вот это вот куплю, потом вернусь за дощечкой. Естественно, я ее не купила. Но она чистая, она хорошая, но она, конечно, вот уже такая вот некрасивая. Сейчас я в лук в этот добавлю немножечко огурца. Немножко. Можно, конечно, не добавлять, там достаточно. Но что-то вот сейчас хочется именно вот этой зелени. Не столько хочется макаронов, мяса и всякой всячины, как хочется вот этой вот зеленки. Вероятно, витаминов не хватает в организме, правда? Вот. Так, сейчас я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Думала, сейчас вот поем и пойду высажу эти самые бархатцы. А нет, под дождик попала. Пока собирала лук и волосы намочила. Намочила волосы. Сейчас сделаю целую миску салата. А что еще сейчас надо? Салатик, витаминчики. Зимой же мы это не едим в таком количестве. Зимой это дорогое все. А сейчас отлично. Ну, видите, какие помидорки. Это наши рудаковские. Середина белая. Вот точно так же я хотела купить бураки. Они такие дорогие, по 4 рубля бураки. Вот. Мне сказали, не покупайте. Они внутри все белые. Ну, чтобы бурак еще был белый. Но помидоры, понятно. Я видела, что такое бывает. Что не дозрели они, и они белые внутри. Но бурак белый я вообще не видала. Поэтому я бураки не купила. Старых бураков уже нету.
Морковки уже старой тоже нету. На суп так у меня еще есть морковка. Она это самое натертая еще с прошлого года. Вот. А такой хотелось морковки. Я купила. Купила 4 морковинки. По рубль 70 морковка у нас. Вот. Так. Вот так. Сейчас немножечко мы посолим. Так, интересно, моя шпикачка сварилась или нет? Она же была мороженая. О, сварилась. Сварилась. Сейчас немножко сольки. Сольки чуть-чуть. Одну граммулечку. Я не люблю соленое. Так, надо одеть очки. Вот, сейчас мы сюда чего-нибудь насыпем еще. Вот так я храню пакетики. Так, прованские травки. Можно насыпать сюда, вот. Прованские травки. Так. Так. Перчика надо насыпать. Перец черный молотый. Черный молотый. Люблю. Люблю пряности, девочки. Не знаю, хорошо это, плохо это. Но я очень люблю пряности различные. Ой, наверное, много перца насыпала. Ой, насыпала. Но больше ничего не хочу сюда. Нет, хочу кунжута. Сейчас. Кунжут у меня в банке. Вот. Все остальное. А это что у меня? Куркума. Нет, куркуму не буду. Не буду сыпать куркуму сюда. Что-то прямо мне не хочется. Я ее больше добавляю, когда мясо. Так. Так, 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 так. Где мои эти самые елки-моталки? Где мои тарелки? Все, все поубирала. Все поубирала, а теперь надо искать. Так. Вот. И второй телефон у меня тоже отключился. Так, кунжута. У меня такой вот, смотрите, покупала на Валберис. Черный и белый, смесь. О, о, какой у меня салат, девчонки. Ой, какая красота, вкуснота. Ой, какая вкуснота. Сейчас у меня будет. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Так. Так, теперь мы... А как мне ее вытащить, а? Я... Она же взяла, лопнула. Я ее... Я ее попробовала, она взяла, треснула у меня сарделька эта. Вот. Так, вот такая вот у меня симпатяга. Сейчас надо... Сейчас надо воду брать. Воду брать. И поставить сковородку с макаронами. Остатки макаронов. Остатки макаронов у меня. Вот. А сюда добавить сметанки. А сюда перемешать, добавить сметанки. Ой, смотрю, слюнки текут. Аж слюнки текут у меня. Ну, хватит мне сметаны сюда. Или маловато будет? Ой, как это вкусно будет. Как это будет вкусно. Вот поэтому я и не хочу конфет. Потому что я все время хочу чего-нибудь зелененького. Так, это готово. Огурец мне больше не надо. Это можно поставить в холодильник. Это тоже. Вот. А вас перенести туда за стол. Перенесла телефон на другое место, потому что вот хотела сейчас включить видео. Ой, сейчас я порежу эту самую шпикачку. Я не очищу ее, девочки. Это не целлофановая обертка, а такая вот мне нравится вместе с этой вот оболочкой.
Она. На. Я вот знаете, о чем подумала? Вот я смотрю иногда, иногда смотрю Судакову. Не каждый раз, потому что одно и то же все время слушать неинтересно. Но бывает, вот хочется посмотреть, чем же она, что же она нового там сообщила. Потому что у нее эти самые подписчиков много, и пишут, пишут, все плохо пишут, и это не нравится им, и это им не нравится, и это не нравится. И я как-то просто вот обратила внимание, если ей пишут плохо, значит, она это и показывает. Вот одела она там сарафан, у нее такой, она его рубашкой называет ночной, розовый сарафан, здесь на резинке, такой легкий, тонкий, ну, не знаю, сарафан это или рубашка, вот. И тут море, море комментариев. Вот, выпустила там свои груди, вот это самое живот торчит, вот попа тебя квадратная, вот. И вот неужели люди не понимают, что она делает это специально? Ей надо заработать деньги, и она делает это специально. Чем больше подписчики и не подписчики пишут, тем больше комментариев, тем больше просмотров, тем больше денег зарабатывает. Вот я так вот посмотрела и думаю. Вот что бы-то мне такое сделать, чтобы это самое много-много писали. Но потом, девочки, я подумала, думаю, ну вот я же так не смогу. Хочется, конечно, заработать. Потому что заработок у нас, ну, мизерный. Ну, $12 за месяц – это что, деньги? Это ничто. Вот. Ну, вот, вот так вот потерять чувство стыда и на камеру в нижнем белье, тем более не в таком уже интересном, красивом каком-то, показываться каждый раз. Вот написали, написали ей. Вот она работает полностью на этих самых, на своих хейтеров. И вот люди, неужели вы, вот вы не понимаете, вот кто-то там напишет, что давайте не будем делать это, вот писать, вот это всякое, если вы так ее не любите. Вот просто вот подумала, вот могла бы я вот так вот сделать. Как бы не хотелось заработать, наверное, я бы никогда не смогла это. Никогда. Раздеться на камеру. Раздеться, это надо, должна быть красивая девочка, стройненькая, чтобы было красиво, чтобы было... Ну, а здесь, здесь все работает, вся работа на хейтера только. Ну, а вы мне пишите, что я жру некрасиво. Ну, какой салат вкусный. Смотрите, плохо разрезалась. Напихала полный рот. Никак не пережует. А еще и разговаривает. Нет, не получится из меня. Не получится из меня, фрик.
девчонки, как вкусно. Такой вкусный лук, как конфета. Почему я купила синий лук? Потому что мне захотелось именно зимнего лука синего. Вот. Думаю, вот сделать салат зимой и лук добавить. Потому что когда вот этот вот Штутгарт этот, он же горький. Его, если куда-то добавлять в салат, его обязательно надо уксусом залить или кипятком. Вот. Тогда его можно еще как-то где-то есть. Я не люблю, вы знаете, я не люблю добавлять в салаты, вот если этот самый новогодний этот салат делать с горошком, который оливье. И я никогда туда лук не добавляю. Потому что вот сегодня его не съели, а я люблю сделать много, чтобы если, думаю, я не приглашаю, но кто-то придет, если у меня останется на завтра, он потом протухнет. Вот. А вот этот вот лук, вот этот можно добавить. Этот вкусный. Очень вкусный лук, девчонки. Очень вкусный. Я даже и ложкой, и вилкой ем. Сладкий-сладкий. Впервые. Обычно лук сажала, его ешь, и слезы с глаз идут. А этот чудесный. Жалко, что уже начинает в стрелку идти. Дождь на улице, девочки. Разошелся. Если немножко капал, то теперь уже разошелся. Ну, с одной стороны, хорошо, что мне поливать не надо. Потому что я ж не могу людяные грядки бросить, забросить. Человек работает. А это самое, это засохнет, огурцы засохнут, помидоры засохнут. Скажет подруга, называется. Полить не могла. Вот. Даже что я лежала с этим, со своим насморгом, все равно встала, пошла полила. Девчонки тоже, если что, я говорю, что Таня, что Люда, что Ариша. Всегда прибегут на помощь. Всегда. Поэтому и я, когда можно, когда я могу, значит, я должна помогать. Сейчас пообедаю, пойду смотреть телевизор. Дождик дал мне отдых. Я вчера напилась таблеток, Аришка мне какие-то таблетки принесла. Говорит, это Максиму выписывали от простуды. Говорит, попробуй эти. Может, это вирус ты какой-то подхватила. Вот, это я их напилась. И думаю, пойду докапывать свою эту грядку. Если бы я ее просто оборвала, то я бы это быстро сделала. А как я уже села... Решила, что я перепахаю ее. Вот. Правда, все равно, с нити она все равно вырастет. Кто-то мне там советует салатики кушать с нити. Девочки, я не могу. Единственное, что я из одуванчиков, из листьев, из молодых, когда-то делала салат. Экспериментировала, ерунда. Не нравится мне это. А мама варила варенье из вот этих желтеньких головок. Вот. А так я... Ну, зачем мне надо есть траву, если я могу есть лук, огурцы, помидоры? Сейчас уже это зимой, я уже это не покупаю, это дорогое очень. А сейчас, когда это есть свое, когда с каждым днем это все дешевле и дешевле, то почему бы? Зачем мне на подножный корм на этот переходить? Вася, правда, вчера приезжал. Он поехал от меня к другу и застрял там у него. Вот, друг после инсульта
ему скучно, он никуда не ходит, и когда Вася к нему приезжает, он радуется и не отпускает его и день, и два, и три. Вот. И потом вот это самое вчера приходит, говорит, бомжей сюда пускают. Я говорю, а что у тебя случилось? А он говорит, от Вовки, говорит, приехал на вокзал, а автобусы не идут, и маршрутка сломалась, не могу домой уехать. Пусти теперь ночевать. Я говорю, конечно, заходи и ночуй. Но я думаю, что чем-то мне его накормить. Накормила, бутерброды сделала. Я делала такие, знаете, бутерброды. Хлеб вот этот купила, черный просто. Ой, как мне это нравится, черный хлеб, когда свежий. Черствый не люблю, никакой. Потом я только тогда жарю. А так свежий хлеб я пожарила, намазала майонезом, сверху огуречек, помидорчик. Очень вкусный бутерброд. Ну, кажется, ну что бы там, ну, хлеб и овощи. А вкусно. Майонез дает вкусноту эту. Вот. Ну. Мы поели, я говорю, пойду я докончу. Он, куда ты пойдешь? Посмотри ты на себя. Это самая больная такая. Я говорю, нет, пойду. Я вчера докончила эту грядку. Довольная такая. Сегодня, думаю, высажу уже эти самые. Потому что вчера меня объели комары. Комары за голые руки, а мурашки за голые ноги. Вот. А потом еще пришла в комнату и думаю, вот здесь вот что-то. Вот жгет и жгет, жгет и жгет. Говорю, посмотри, ты что у меня здесь такое? Он посмотрел, говорит, ничего у тебя нету. А потом смотрю, раз, мурашка оттуда поползла. Это она меня там вот так вот мне жгло плечо. От мурашки. У нас только вокруг беседки в прошлом году заливала кипятком. Вроде бы как бы не было. В этом году их опять море. Море мурашек. Не отбиться. Ой, ну за все не схватишься. И залить, и все. Девочки, вы там мне торнадо говорите полить, сныть это. Ну как я буду поливать? У меня шмяка. Он же валяется в траве. Вот его сейчас вот сегодня этот самый скосил вот эту всю траву на улице. А это же был Шмякин, этот самый наблюдательный пункт. А если б я, допустим, траву эту полила отравой какой-то? Он же там лежит. Он же потом облизывается. Он же потом моется. Он все это слижет. Я не хочу, чтобы мой кот болел. Ни в коем случае. Он и так вот был тут на той неделе как-то вот совершенно не кушал. Кто-то, видно, может быть, полил какой-то отравой или удобрением даже тем же. Вот. Он же не смотрит, куда идет. Он идет, куда ему надо. Вот ему надо через грядку идти, значит, он через нее пойдет. Вот. Он хочет на грядке лечь, значит, он там ляжет. Вот. И вот сегодня, пока косёр косил, вот словечко получилось, а? Шмяк все ходил и наблюдал. Что где-то там вот его залежи, а у него уже там среди этой большой травы уже целая лежаночка такая была, помятая, истоптанная. Нету, вот сейчас выходила, когда позвала Шмяка, идем кушать, идем. Я его не дозвалась, не знаю, куда залез, где-то спрятался. Вот. Ладно, девочки, буду я это самое. Наговорила я вам тут целый ворох, абы чего. Ну, может, напишите что-нибудь. А я пока буду кушать, потому что у меня уже застыли и макароны, и моя эта спекачка. Вот. И лук очень неприятно за десну залазить, за зуб туда вот это самое. Не могу же я перед вами все время языком сидеть и это самое ковырять. Ну уж, видео у меня получилось. Ай-яй-яй. Ну, ладно, посмотрим, что вы будете писать.